Ифтар с доставкой на дом. Благотворительный фонд «Инсан» продолжает оказывать поддержку нуждающимся жителям республики. Накануне свой вклад в это благое дело внес спортивный клуб «Universal Fighters». Продолжит тему Курбан Рагимов. До окончания Рамадана остаются считанные дни. В священный месяц награда за благие дела увеличивается многократно. Это и движет благотворителями. Для спортсменов клуба Universal Fighters участие в акциях фонда «Инсан» уже стало доброй традицией. За две недели мы собрали сумму в размере 150 тысяч рублей. И вот сегодня пришли, будем развозить продукты на дом. И хотел бы выразить благодарность всем тем, кто участвовал в этой акции, кто помогал финансово, кто поддерживал морально и кто делал репосты и рекламировал нашу эту акцию. Кто хотел и у кого не получилось, им тоже огромная благодарность. Плов с доставкой на дом. Ежедневно только в Махачкале готовые порции получают 4000 семей. Это малоимущие, инвалиды, одинокие пожилые люди. Все они находятся на попечении у фонда. В акциях участвует порядка 100 добровольцев. Волонтеры на своих авто развозят еду и продукты по адресам. Совместно с учениками, с клуба ребята, мы решили продукции от фонда «Инсана» развозить, помогать малоимущим. Хочу поблагодарить фонд «Инсан». Они делают большую работу в плане помощи для многодетных, малоимущих. Это не первый благородный жест от дагестанских спортсменов. В начале и середине Рамадана помощь нуждающимся оказали олимпийские чемпионы. А в начале этой недели о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, побеспокоились представители Федерации грэпплинга и греко-римской борьбы. Курбан Рагимов, Ислам Халиков, телеканал ННТ, Махачкала.